И, собственно, мы снова возвращаемся к той замечательной игре, которая называется Talos Principle, и нам вроде бы даже хватает деталек на новый что-нибудь. Вот так вот мы это собираем. И у нас есть вентилятор, друзья мои. Ох, вентилятор хорош. Хороший вентилятор. Покажите мне его получше. Вентилятор! И он уехал. Нет. Ладно. На самом деле, давайте пройдемся уже в мир 2 и посмотрим на его загадки. Ух ты. Я вижу все. Я знаю все. Моя сила безгранична. Однако следуй своим желаниям, ибо ты создан свободным. Именно это самая суть твоего существования. Без нее испытания этого мира были бы бессмысленными. Поиск спасения должен стать твоим выбором. Блин, ребят, мне нравится. Я люблю, во-первых, ну, такую темную египетскую тему, да, ну, когда вот ночь, в смысле. Во-вторых, я люблю реально ночь, и, блин, это красиво. Я реально, я сейчас вот просто готов так сидеть и тупо здесь это все смотреть. Ладно, вы уже от меня ждете, чтобы я что-нибудь делал, да? Правильно? Давайте я почитаю что-нибудь. Так. Поиск локального кэширования ресурсов, Science Magic, Weight Loss, Аркадий Journal. Окей. Хотя термин «наука» в привычном нам смысле появился всего около 600 лет назад, ее сущность зародилась намного раньше названия. Существуют доказательства того, что до Аристотеля существовали гадалки, оракулы, мистики и тому подобное, которые, возможно, использовали базовые научные методы, чтобы предсказывать будущее и удивлять своих благодетелей. Есть одна занимательная история о хиромантии, который раскрыл себя, когда два состоятельных клиента сравнивали свои предсказания и обнаружили, что они идентичны. В 1948 году тенденция открывать глубокий личностный смысл в туманных описаниях с авторитетными высказываниями получила название «эффект Барнума». Сегодня его признают все современные адепты психологической теории. Следующий документ. Блог о потере веса. Последняя запись. О, есть только одна вещь, которая хороша при неизбежной смерти. Это еда. Да, детка. Я начну пробовать всю самую нездоровую пищу, что только есть в мире. Порадую свой животик бананами, как сумасшедшая мартышка на обезьяньем Рождестве. А знаете те кексы, в которых так много шоколада, что они практически тают во рту? Их я пущу на завтрак, а на обед гамбургеры. Я хочу съесть такие жирные гамбургеры, чтобы ими можно было бы смазать целую фабрику. Тройные гамбургеры с беконом, двойным сыром и луком, майонезом, кетчупом и горчицей. А также огромные сочные пирожки. А потом жирная толстая пицца с салями, соусом барбекю, оливками, острым перчиком и сметаной. Пищевая кома, я лечу к тебе. Не знаю, мне понравилось. Так, восхищен проектом Дренан. Прекрасный разговор касательно принципы Талоса, греческой философии и актуальности в текущей ситуации. Предложил назвать проект Талос. Дренан отказался, но имя, похоже, используется популярностью у команды. Десятки тысяч файлов приходят каждый час. Вся наша история. Ага. То есть проект Талос в неком смысле это история. То есть вы поняли, о чем я, да? Грубо говоря, мы робот, который ходит и смотрит и изучает историю. Ладно. Я пришел посмотреть, что не все эти тайны решаются его детьми. Только сам творец мог по-настоящему понять бесконечную сложность своего творения. Я буду взирать на его работу и преклоняться. Ну, вроде да.
Еще раз, на всякий случай, ребятки, прошу вас, дорогие мои, не подсказывайте в комментариях, как решать загадки. Если мне понадобится ваша помощь, я об этом попрошу сам. Я думаю, вы не против. Так. Предположу, что это делается вот так. Наверное, я понимаю правильно. А здесь мне нужно открыть, видимо, вот эту. Наверное. Или нет. Давай сначала вот эту, посмотрим, что там. Значит, сейчас возьмем ключики. Отличненько. Теперь чисто в теории мы можем переключиться не на эти ворота ближайшие, а на вот те дальние. Отлично. Так, теперь вот здесь вот переключимся на вот эти ворота и посмотрим, что же здесь. Какая же разница. Угу. Есть идея, есть икея, есть идея, как всегда, да? Сейчас мы попробуем, смотрите. Переключить вот сюда. Верхнюю унести с собой. Угу. И... сделать вот так. А теперь... опять вернуться назад. Блин, это, конечно, геморройно, но в целом это имеет смысл. Так, хорошо. Мы открыли дверку. Теперь у нас здесь мины, которые, конечно же, меня убьют, случись. Ну да. А кубика у меня здесь нету, да? Кто бы сомневался. Впрочем, я же могу с собой забрать кое-что. Так, а что если я открою, допустим, здесь вот эту? А, отсюда вот туда. Да, это, кстати, это идея. Давайте так и попробуем сделать. Смотрите. Можно, конечно, отсюда сделать, а можно, кстати, вот так сделать. Тогда они будут ходить в разнобой. Даже еще, наверное, немножко раз. Во. И, по сути, тогда ничего не придется трогать, но нам все равно понадобится вот там. Здесь их тоже надо, кстати, разбить. Допустим... Ага. То есть мне ее в любом случае надо взять, но в разнобой можно было только отсюда. Ага. Он оно что. Так, а мы тогда можем вот так сделать, смотрите. Сейчас мы решим все эти загадки. Ничего в них сложного. Как правило, я не вижу. Мы открываем вот ту дверь. Смотрим, можем ли мы отсюда еще какую-нибудь дверь открыть. И, наверное, давайте... вот эту дверку мы откроем. Забираем с собой. Проходим сюда. Видим, что у нас, в принципе, здесь все хорошо. Пробегаем. У меня чуть мина не угрохала. А вот здесь эти мины срослись обратно. Видите, какая про... А, блин. То есть, получается, нам каким-то образом нужно... Ага. Так. Как бы мне так сделать, чтобы остановить мины? Это сложнее, чем казалось на первый взгляд. А, вот. Отсюда я могу ее зацепить. Оттуда я могу ее зацепить, только сначала мне нужно немножко... Даже отсюда, нет. Вот, отсюда мы ее и зацепим, дорогие мои.
Смотрите, она уходит вперед. Все хорошо, уходит. И я думаю, это ухватит мне расстояние, чтобы пробежать куда угодно. Вот и открываю вот там. Отлично. По-моему, я решил. Вроде бы. Ну, я не уверен, но насколько мне кажется. Ау! Зачем я так лоханулся? Теперь опять все сначала делать. А, что я делал? Открывали вот эту. Эту и открывали. Блин, вот обидно. Ну, может, я не знаю, может промотать вам даже. Потому что как-то действительно обидно. Причем отсюда, видите, даже не открыть, кстати говоря. Давайте вот здесь вот бросим, пока я... Так, возьмем ключики. Отопрем мне это окошечко. Аккуратненько. Там мины, я думаю, я разведу в этот раз более сильно, не как в тот раз. И тогда я смогу спокойнейшим образом проходить, не пытаясь там как-то на скорость все это пролетать. Ты стой. Ты вообще уходи. И вот такого, я думаю, расстояния мне вполне себе хватит. Так. Так как нам это не надо, теперь мы переключаемся на, по-моему, вот эту, а крайний на ту. А нет, стоп. Чуть не забыл, ребят. Сейчас мы сначала вот их деактивируем. Сейчас она подальше пройдет. Как-то так. Думаю, они сильно пересекаться друг между другом не будут. Тебя открываем. Я не знаю, почему я наперекосяк открываю. Ну, в смысле, именно таким способом. Ну, уж извиняйте. Такой я человек, как говорится. Ладно. А, точно, я забыл. Смотрите, простите, я бываю, забываю. Бывает все на свете. Придется еще раз туда-сюда сбегать. Но оно того стоит. Иначе я не пронесу вот эту маленькую штучку вот сюда. Так, там открыто, отлично, сюда. Ну, вроде бежим нормальненько, быстренько. И... Стой, где-то вот ты. Забираем, отпираем. Нажимаем. Кстати, я не заметил зато здесь надписей. Здесь прекращена работа Child Program. Codename. Причина: поклонялся Творцу. Дней затем... Пустил змея в свое сердце. Змея. Да. Окончательный дамп памяти. Прошу у Творца прощения, дабы присоединиться к нему вечной памяти. Дочерняя программа. Окей. Полагаю, кто-то встретил здесь свой конец. Кажется, что мы все-таки иначе связаны, словно дальше дальние родственники. Разные версии, разные серии. Кто же мы такие? Какая разница? Просто скажи спасибо, что нам больше не придется ничего читать о нашем великом творце. Ну да, видите, у каждого как бы свои мысли. Вот смотрите, я вроде далеко делал, а они все равно относительно рядом. Ну, зато вот здесь вот все легко и просто. Бамс! Я беда-беду! Отлично, я получил красненькую деталь, у меня их уже 7 штук, пока неизвестно, зачем мне красные детали, но они определенно мне зачем-то понадобятся. А вот у нас еще одна желтенькая деталь, мне как раз здесь нужен фен. Ух ты ж. Взять вентилятор. Еще вентилятор. Такой прям... Круто, прикольно, мне нравится. Подам. Уии! Называется нифига себе. А. Мне кажется, что я что-то не так сделал. Ой. А, ну можно же, кстати, да. Можно же не обязательно именно. Все, я понял. А можно было бы, кстати, с вентилятором пролететь. Тоже вариант, кстати говоря.
По-моему, с вентилятором даже еще веселее. Ой, лестница. Так, знаете, вот мне такое ощущение создается, как будто там что-то есть. Хотя я могу ошибаться. Правильно же, всякое может быть. А, да, вентилятор, кубчик решен. Так, туда я пойду в последнюю очередь. Где-то впереди меня ждет, получается, звезда, да? То есть, угу. Там звезда. Хорошо, хорошо. Лучи, кубики, в общем, полет на Луну. Так, помни о том, что мы не можем. Где красный свет нам нужен? Так это не работает. А вот так это работает, кстати. Только вот это быстро заканчивается. Поэтому если мы сделаем это вот так, то это быстро начнется. И все, в общем, все хорошо, да. Загадочка легкая такая. Смотрите, новая штука. Мы, короче, суперсилу какую-то, видать, получим. Тут он прям так... Ух ты ж, змея. Ладно. Нелегко решается, кстати, прикольно. Мне нравится. Мне правда нравится. Действительно классно. Вот придумано разработчиками. Очень красиво, креативно. Так, ну, блин, ночь меня это реально потрясает. Ну, не знаю, я люблю ночь. Мне нравится ночь. И... Здесь она действительно сделана красиво, и это приятно. Приятно посмотреть. Гробница. Угу. Уже что-то такое, знаете, навевает. Думаю, сейчас... А, мать моя, женщина, сейчас серьезно с Сэмом встречу. Окей, я понял, что мне нужно собирать эти сигилы. Я просто не знаю, зачем. Конечно, голос мне это настойчиво говорит, но в этом мире нет никакого смысла. Никаких целей и никаких предпосылок для их появления. И я уверен, что мы найдем все ответы, если хорошенько поищем. Мы должны вместе поработать над этим. Хм. Кстати, 69 и 90 какой-то там дошли вот почти до многих. Хотя я могу ошибаться, посмотрите, сверьте предыдущие серии. Ну, так, не знаю. Ладно, пока вот туда вот пройдем. Тут монстров никаких пока нету. Насколько я помню, в игре, по идее, вообще монстров нет. Вроде как. Так, мне нужно сюда и сюда. Бамс. Ага. Я понял эти хитросплетения. Смотрите, как это делается. Вставляется сюда-сюда. Бамс. Это убирается, переставляется сюда. Такой бамс. Такой хоп. Поняли, да? Вы поняли, да? Вот всю суть, которая здесь такая идет. Я не уверен, что я смогу это сделать, но определенно какой-то некий такой смысл в этом есть. Мне почему-то пока не получается, в голову не приходит немножко. Возможно, я ошибаюсь, возможно. Ага, вот здесь уже, видите, нельзя. Только вот тут можно. И отсюда тоже, знаете, вот смотрите, то есть вот здесь еще можно. А чтобы вот сюда прийти и пересечь все как-то вот с этим еще. То есть это под каким углом там должно быть, собственно говоря. А, кстати. Кстати говоря. Чисто в теории есть только отсюда, наверное. Но здесь мешает эта гадость. И... В принципе... Я что-то как-то даже не знаю. Ну, смотрите, давайте попробуем забрать вот эту фигню. Ага.
Ага. Стоп, у меня, кажись, есть маленькая идея. Как это можно сделать? Смотрите, раз. И, допустим, как-то два, например. При этом, допустим, раз и как-то три. К примеру, не знаю. А вот здесь, например, еще одну взять, если там есть. Нет, сигил просто взялся. Все, отлично, загадка решена, ребят. Я себя поздравляю с этим. Кстати, где-то здесь, получается, должна быть секреточка. Какая-то секреточка, которую я не нашел, потому что она где-то здесь должна быть. Возможно, она, кстати, не здесь. Возможно, она где-то в другом месте. Мы можем, например, открывать вот это и вот это. Разом. И переключаться вот сюда, например. Таким образом, открыв все пути, которые мне нужны. Ну вот, не знаю, секреточки я что-то пока не нашел. Возможно, она где-то есть, и я ее впоследствии найду, но не сейчас. Я про звездочку, если кто еще не понял, о чем я. Я там что-то там блестит. Ой, непонятно. Взять краски. Интересно, что эти краски делают. Выбрать сообщение. Понять не имею, что происходит. А ты, вся эта программа сертификации, чушь собачья, что компьютер может знать человечество. Бывал на краю мира, и хотя кажется, что он бесконечен, наша обитель намного меньше, чем мы себе представляем. Нам предоставили все средства, чтобы пройти это место. Мы просто должны научиться им пользоваться, чтобы решить это. Тебе понадобится специальное устройство. Вы попробовали скрещивать лазерные лучи. Сошел с ума, или у компьютерных терминалов есть своя личность. Если не обошлось без высших сил, определенно мы должны делать только то, что нам было велено. А вы пробовали скрещивать лазерные лучи? Вот. Тут красочка валялась. Можно было сообщение написать, например. То есть это, по сути, испытуемые, которые прошли. Они вот так же написали, и мы их просто слушали. Мне снятся одни и те же сны. Огромные пустые города, километры затихших дорог. Земля из космоса абсолютно темная. Ни лучика света, который показал бы мне дорогу домой. Но если бы кто-нибудь и правда пришел из другого мира, какой бы им показалась Земля? Дикой? Заброшенной? Не думаю. Даже через тысячи лет они бы увидели мир, созданный нашими руками во всем его многообразии. Они бы увидели города и дороги, мосты и гавани. И тогда они бы сказали: «Здесь жили гиганты». Эти сны, они пугают меня, но еще они напоминают мне, что все это построили мы. Собственно, в этом мире я умудрился собрать все сигилы. И на этом как-то быстро заканчивается эта серия, собственно, скажу я вам, друзья мои. Ну, бывает и так. А звезду я здесь не собрал, здесь я звезду тоже не собрал. И в следующей серии завтра мы перейдем уже к третьему миру. Встречайте, готовьтесь, мои друзья.